Доброе утро всем. Здравствуйте. Здравствуйте, господа. Колесо. Челлендж от Володи. Задача от Володи. Значит, взаимодействие с СДКФЗ-251 и Панзеркомфаген 6 Тигр. Играем доктриной масштабного наступления. Нужно суммарно набить 8 звезд для 2 юнитов. Масштабное наступление. Фракция УКВ. Масс-режим пойдем. Что-то мое... Кубельвага. Для начала. В принципе, я пошел куда-нибудь уже. Сейчас будем тигра ждать, блядь. Я на топливо пошел. Оп. Из полкового штаба передали, что панцерфузилеры готовы к бою. Кубельваген готов. Так, Куберю хотя бы звездочку в идеале качнуть, чтобы он светил для СДКФЗ. Надо же СДКФЗ не слить как-то. А как-то бы и не слить его. Было бы круто. Или пойти на БП пойду. Пойду-ка я на БП. Так, здесь Кубель возьмет. Пусть напарник пулемет пока что подтягивает. Ждем Фолька. Вот с гренадера сюда. Так, ну и тут постоим пока. Напарник заколючил звезду. Пулемет свел, но некому... Ну я кубелям сейчас подъеду, чутка посвечу. Самую малость. Ага, светанул. Здесь бы, конечно, еще бы вот ну, такую какую-нибудь бы грязь растянуть. Так, фольки. И готовим штаб. Так, я здесь, пожалуй, закрою проходик этот. Так, а тут я вот как-нибудь вот так еще сделаю, гадость. Максим! Получай! А с другой стороны штрафники атакуют. Давай кубелям туда. Не дают работать. Сейчас я здесь тоже помогу немножко. Так, ну я думаю, Максим должны ближе подвести. Я уже с гранатой тут стою, на готове. Пока медицину. Еще в два Максима. Так, два Максима. Эй, граната не докинет. Надо выходить. Да, надо тогда выходить там с боеприпасов. М3. Опа. Укрепляемся. Так, там миномет где-то валялся. Не знаю, миномет забрали там, не знаю. Ну а кто заберет? Штрафники. Лежит. Я вот, наверное, взял. Ну, я как бы взял бы такое дело, потому что. Мне такой вот фонарь пригодится, наверное. 4. Ну, не. Потерял бы отряд, ладно. Так, ну давай, что мы тогда? Фузиков, что ли? Пока что. Пока что фузиков. И стоим чили. Ждем, когда они придут отбивать. Гиверочки мне. Миномет они забрали. Видел. Давай я здесь окопаюсь еще. На БП они пошли. Поехали туда кубелем тогда. Так, а мне еще СДКФЗ надо сделать. Потому что, блядь.
Могёт! Ну, советское качество, блядь. Умеет. Тупо, тупо обиделся, блядь. Заказал миномет на базу мне. Ой, что-то совет явно, короче, ну, психует. Так, фонарик подключим на этом, на кубоваге, и поехали зенитку качать. Поехали качать зениточку, там зиску, правда, привели. Ну, как-то будем. Давай, наверное, даже вторую лопату сделаем, чтобы ремонтировать побыстрее. Мне надо побольше звезд бы выкачать. Так, здесь мы, наверное, ну как-то здесь останемся, да-да-да. О, бежит. Зенитку сюда. Бежит штрафник. Так, вторую лопату. Кубу я переведу вот сюда. Валера, привіт, рад бачити кох-кох-кох, почаще стріми по коху, на білетик кох-кох-кох, на підтримку кох, два кох-кох-кох. Спасибо, 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 Серг. Так, начинаем кач зенитки. Подарочка. Так, это я пока разберуем. Три. Все, зенитку. Давай на центр зенитку. Давай на центр. Качаем зенитку. А где? Ага. Ну да. Ну да, ладно. Так, поехали к себе тогда. Все, колпаками застраивает напарник. Я пока, ну вот, как бы, наверное, типа штаб или не штаб. Это три, да, надо будет попозже. Так, качаем зениточку. Да что ж такое? Ну так я ничего не выкачу. Так, сюда, значит, этот... сюда, значит, кубель. Там где-то пулеметик, можно к нему приколупаться. Правда, пушка, сука. А ну туда дай. Пушку подводят. Не, уводят, уводят. Ой! Ой! Терять нельзя. Только кач только начался. Ладно, давай здесь. Так, ну там пушка где-то далеко. А ну-ка вот так. Блин, не-не-не-не-не-не. Недалеко она. Недалеко она. Попадет. А что, ГГ уже? Так кач! А как же скач? Как же скач? Давайте, тяните, тяните, ребят. Так, комиссар. Давай комиссаром. Пушку они не подводят. Хорошо. Гварду. Нажал на гварду. Похую. Похую игре. Дым. Так, граунд. Так, пушка где? Пушки я не вижу. А, кубель отъехал. Кубель пока отъехал. Так, ну здесь они пробивают. Так, раундом тоже пытаются бить. Пулемет отвели. Так, ладно, увел. Увел, поеду на боеприпасы. Поедем на боеприпасы тогда. Т-3. Уезжаем на БП, аэропорту. Хотя, может, на пулеметчика еще тут аккуратненько я заеду. Полуплю по нему чутка. Да уже захватили, свалили. Не, все, поехали на БП. Так, Т-3 с его оставим на базе.
чтоб, не дай бог, не этот, не разбили. Железный тигр был в нужное время. Так, здесь поработаем. Пехоту я не знаю, где я пехоту. На центр тоже к себе приведу. Так, это мы забираем. Куба, подъезжай. Сюда. Надо было по трубе выдать еще. Так, ну качаем зенитку, качаем зениточку, да. Пока звездочка. Пока что звездочка. Так, вернусь вниз. Надо там типа помочь. Ага. Здесь надо внизу помочь. Кубель тут оставим, пусть светит. Пушка, вижу, где пушка. Так, может лопатами сходить за этот? За М5 сходить? Так, у них одна была пушка. Блин, меня уже напихали. Блять, ну да, ну напарник, блядский. Ладно, хорошо. Ну, за пушку, конечно, опыта не... Ладно, надо на ремонт. Надо на ремонт. Не-не-не. Рисковать я не буду. Ой, простите. Ой. Ой. Ой, не надо. На ремонт. Так, зенитку качнул. Ждем 11 очков. Тысячу, у меня 1000 лички. Ну, давай, еще фузиков. Колпаки ломают. Бедняга. Так, зенитку возвращаем. Пошел. Еще фузик. Пошел. Ну а че ж ты не приготовился? Так, а тут штабец. Ага. Оп. Так, Кубу туда. Куда-нибудь под дом. Хорошо. Так, почти две звезды. Стадо Максима. Блин, ну где пушка, там непонятно. Ладно, рискну. Чуть-чуть назад. Все, чуть-чуть назад. Сейчас кубель приедет, посветит. Где там пушка, я гляну. Блин, тут на карте не видно ни хрена. Там такая туча их. А, вижу, вижу. Да. На меня сведена. Так, ладно, а ну с этой стороны. Хотя они в атаку вроде идут. Ну там пушка с ними. Вот знаете, что не помешал бы мне? Вефа. Топлива много, на тигр уже хватает. Я, наверное, в Вефу выйду. И вот так сделаем. Бля, пропаганда, да, комиссар. Пушку ведут еще ближе. Так, я вот здесь минку постелю пока. Все, пропаганда прошла, а ну в бой. Так, ремонтный. Ну давай где-то вот тут. Пушка отъехала, хорошо. Готов.
Ой. Пополняет же гад. Ой-ой-ой-ой-ой, нет! Нет. Была пушка, была там пушка. Назад. Ремонтируем. Да-да, Арти, сейчас будет, Арти. Да-да-да, сейчас будет, Арти. Да. Чуть не слил, блядь. Поздно увидел пушку. Да, сейчас. Опа, вот это мне надо. Вот это мне надо. Подожди, ну столько топлива нет. Соточку я потрачу, остальное сберегу пока. И ремонт. Поехали. Так, давай сюда. Катюша. Я вот тут тихонечко. Назад. Так, пушка в меня целится. Все, на другую сторону. И заходим. Ага. Блин, ну заберет. Но ведь заберет. Ну да. Ага. Да чуть-чуть. Там, кстати, две у них пушки. На секундочку. Ладно, отъехал. Отъехали. Так, ну, тигр скоро, да? Да, пока только две звезды. Так, а что мне кубель показывает? Пушка, а кубель же показывает, что пушки-то рядом нет. Там офицер, еще пулемет. Ладно, не буду все равно рисковать. Так, ну тигр скоро. НКВДшник идет поглядеть. Бля, у сука. Ой, там КВ, все, уезжаем. Уезжаем. КВшка. Там КВшка. Надо выдавать, может, панцершреки. Или строить пушки. Ну да, сюда поедем. Да бог помощь! Ага. Так, пушки попадали у них вроде. Но не все. Так, ну вот тигр будет.
Вот-вот будет. Так, пушки делаем еще. С КВ бороться. Ракетенверфер к бою готов. Наступаем, наступаем! Иди, Максим, погляди. Я его поатакую чуть-чуть. Ладно. Ой, а как так? Так, три звездочки. Три звездочки. Нагло уже заходят. Ага. Ага. Вперед. Пупкины. О, Тигр! Танк Тигр ждет ваших приказов. Танк Тигр. Тыля, как оно едет, блядь, на похуях. Воздух, воздух. Так, надо залпи куда-то сообразить. Вот так. Тигр! Поехали тигром теперь поработаем. Ладно, здесь понятно. Работает тигр. Стоит пополнять. Ну, я буду опыт получать. Нормально, в принципе. Пополняй, пополняй. Я опыт буду фармить тогда. Только недолго мне ж ремонтироваться надо еще периодически. Отходить. Так, давай второму комплект сапера. Так, ну зенитка 4 звезды почти. Будет авиация, она ветеранство еще за самолеты получит. И 4 звезды надо на тигре дать. Уже зенитка рисковать я не буду, наверное. Посмотрим еще. А вот тигр надо идти качать теперь. Давай позади дым дам. Ну подавили, подавили, окей. Сейчас вот так залпик. Да. Уворачивается у ворака. Узко. Чуть-чуть ближе подъеду, гляну, что там. Еще накину немножко. Первый вет хотя бы сейчас еще. Комиссара. Вот это хороший подсрачник. Так, на ремонт. На ремонт. Вот у них авиация пролетела, зенитка не среагировала. Ну, далеко была. Ладно. Давай сюда.
Я вот тут в нише запрячу. Вот так пусть стоит. Не по. Так, может, кубель поближе поглядеть? Что там видно будет? Мы по очкам начинаем проигрывать, надо хоть звездочку за нейтралить. Так, видно только пулемет пока. Еще один пулемет и пушки стоят, чилят. Понял, комиссар идет, понял. А, понял, в принципе. Так, тигр поехал. Давай, во-первых, пока на базу отправлю, одного пополнить. Пропаганда сейчас, наверное, упанет. Так, конечно, впереди эти пушки надо тушить. Ага. 300 очков минус КВ. Хорошо. Так, одна звезда рапортует. Одна звездочка есть. Это мы все им ломаем. А ну зенитку подведу. Кубель, иди посвети. Далеко они там пушки отвели. Так, пушки идут назад. Пушки идут. Так, ну суммарно 4 звезды у меня. Давай тихонечко. Ага. Да тихонечко пока. Так, зенитку сюда. Сейчас штрафники зайдут. Все, нейтралы хватит. Четыре звезды. Ой! 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 Так, пока так. Блядь, они пушки еще ближе ведут. Надо заднюю давать. Там Т-шка уже приехала. Ай, ведут, ведут пушки. Прям в наглую. Нет, блядь, не надо, не надо, не надо, не надо. Тигр пусть с собой рискует. Ага. Ага. Ой, тяж, там тяжик, там и сухо. М5 пока. Блядь, не надо. Ой-ё, ой-ё, ой-ё. Ой-ё, ой-ё, ой-ё-ё. Ой, блядь, орбиталка, ёбаный рот. Ой, сыпет, сука. Блядь, минус тигр, ёб твою мать. Ёб твою мать, да? Поймали. Поймали, заразу. Так, надо следующего ждать. Пока ждем, наверное, вурфик закажу. Так, вот эту зенитку бы выкачать. Так, зенитка 5 звезд, все. Уезжай отсюда куда-нибудь, нахуй. Ты каченая же, осталось тигру, значит, 3 звезды, да, получается, будет 8. Тигра еще теперь выждать надо.
У нас что-то звезд нету. А, ну Тэшечку, да, надо Тэшечку чуть-чуть. Да, чуть-чуть. Ага, да, чуть-чуть. Так, надо пойти, наверное, на центре, занейтралить звездочку. Пожалуй. Да. Пока на центр тогда сходим. Я не знаю, зенитку, может, я тут поставлю, может, какую авиацию будет сбивать. Ремонт чуть-чуть, да, да, чуть-чуть ремонт тебе прервал. Я тут сюда зайду, чуть, пожалуй, под нейтрали чуть-чуть. Вооружаемся, наверное. А тут АВРЕшка стоит. Ай, граунд. Ой, ой, больно. А ну что там видно? Сука, да отстань ты. Что там видно? Так, а видно все тут. Ага! Сидят коршуны, сидят. Бля, надо что-то аж слить теперь-то, а? Наверное, блин, придется, наверное, вурфик сливать. Как-то быстро тигр перезарядился. Надо, ну, что-то надо подслить. Ну, хотя, с другой стороны, вурфик, может, и пригодился. Может, кубель уже сливать, а фонари буду бросать. Так, а куби лимит. А сколько мне не хватает? 3. Так, единица потом. Блять, что-то еще надо будет сливать. Еще ж на этих пехоту пополнить. Наверное, вурф надо слить. Это как временная мера была. Чисто пару залпиков дать. Все, поехал, солью его нахуй. Да за что? Тигр. Танк Тигр выехал. Так, 3 звезды надо успеть набить перед тем, как бой закончится. Там уже под базу поджимает. Так, блядь, попал же, а. Да ну ты посмотри, а.
Бывает. Сука. Бля, едет быду. А, Джексон. Я думал, Тэшка опять на таран готовится. Так, ну Тэшек надо опасаться, конечно. Хорошо тогда подловили. А сейчас еще и мины могут быть, возможно. Поехал. Разведка. О, спасибо. Подсрачник ему. О, сука. О, сука, целая туча пушек там. А вот и Тэшка, блядь. Не давайся ему, не давайся. Ага. Падла, блядь. А, я не вижу пушки. Ну, отвел он, да. Бьем штрафников. 200 очков. Ну, звездочку в нейтрале-то возьмите, а. Так, поехали под ремонт, короче. Угу. Понял. Так, понял. Так, понял. Здесь пехоту запрячу. А фольк пробую нейтралить. Это мимо. Ой, ну они специально не берут, я понял. Они специально. Ну, в принципе, это правильно. Я периодически в нейтрале буду держать. Так, я думаю, тут вообще за здание можно кубель, блядь, поселить. И пусть там стоит светит. Ага. Сдаются, не успел я. Сдаются. Не, ну может там какой-то вон рашик финальный. Тэшка поехала. На. Как бы еще раз не потерять сейчас тигр. Тут Тэшка-то недалеко. Сука. У, сука. У, сука. Пупкины, блядь, подпирают, долбаные. Вон уже едет. Едет чайка. У, сука. Блядь, да ёб твою мать, теряю опять тигр, а. Ну теряю опять тигр, блядь. Ну да. Ну да, да, да. Я бы не успел сыну выкачать, наверное. Понятно. Ждем next. Вперед. Вперед, вперед, вперед. Так, Куба. Куба, Куба, Куба. Лопатами сразу ломлюсь на топливную. А вот тут зеленочку. Вот сюда мне надо. Ага, вот тут встать. И будет хорошо. Так, а кто там британец? А, два британца, отлично. Отлично.
Так, разведмашина поехала на островок. Кого? Мы готовы. Вперед, в эту точку. Все, я на позишн. Ага, приперся. Внимание, бойцы. До свидули. Садись, садись, а я вот здесь стану. А все. Так, подходим поближе. Коляска едет. Коляску сделали. Коляска, отстань. Дай с ним разберусь. Пошел. Так, куба дальше. В принципе, я на базу. Ну, в принципе, я и на базу. Там можно, думаю, фузиков. Так, ну что? Укрепляемся, пока есть время. Две колясочки. Одна уже на движелочке ходит. Право спокойно захватили. Так, подводим фузиков. Ну и можно штаб готовить. А куда он поехал? А куда ты поехал? По спыняке ему. Да получай по спыняке. Погиб. Так, пока медицинку. Кубель пока на базу. Ну, это мне нравится. А это мне нравится такое. Это я такое люблю, да, такие пост... Вот это когда так мешки строят. Да, это мне все нравится. О, да. Это все, да, я люблю. Да, это мне такое, да, это я, ну, это кайфушечка, ребят. Это кайфу. Ну, пусть танцуют. В принципе, пусть и танцуют. Ладно, давай, может, Пупкин, что ли, сделать. Попытаться освободить бойца. Хотя, Панзешрек. Подожди, отмена Пупкин, Панзешрек. И медицина, да, вот это все мне надо будет. Может быть, Панзешрек успеет дойти. Так, фузики. Горыть, боец. Горыть. Бля, кубель, наверное, минус будет. О! Бочки загорелись. Ну, Панзешек, все равно надо. Все равно надо, да, 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 да. Так, ему движочек в ебане, миномет еще построили. Но я не догоню, наверное. Так, кубель здесь стой. Вряд ли, да, догоню. Ну, пока наращиваем пехоту. Идет уже, идет ремонтировать. Сука, злыдень. Сука. Ну и ладно. Так, еще давай мне фольков. Так, здесь минен. И поеду, гляну. Что там на той стороне? Я думаю, спокойно можно в урфик выходить будет. А вообще, подожди, зенитка же. Зенитка какая? Надо зенитку сделать. А я поехал. Не, я поехал. Надо СДКФЗ сделать, покачать.
Я тут тихонечко постою, если вы не против. Стоп, ага. Я готов, поехали. Так, Зеня. Так, жду Зеню. Я немножко тут. Ага, все, назад. Еще не хватало заглохнуть. Да за что? Через текстурки, да, баги, да, братик, баги, да. Баги юзаются полным ходом. Да, я поехал себе. Меняй позицию! Так, ну все, тут, наверное, обороняемся. Пошли на звездочку, зайду, за нейтрали ее чуть-чуть. Надо ж кубель докачать. Кубель надо докачать, вет ему. Кого-нибудь продамажит чуть-чуть. Да на пол шишечки чисто. Ну. Что такое? Куба. Ну еще чуть-чуть. Ну чуть-чуть еще. Блять, тормознутый. Ага, все, уехал. Так, не, наверное, зенитка я буду через мост играть. Здесь сильно захватывать не надо. Все, Куба сейчас будет светить. Зенитка поехала тоже ветеранство качать. Так, ну и Вурфик, да, выйдет тоже. Наверное, не знаю. Колпаки так не лепят, как в прошлой катке. Может быть, все-таки Т4 для начала. Так, все, поехали. Ветеранство качать. Поехали ветеранство качать чуть-чуть себе. Командирские способности готовы к применению. Нормально, так можно качать, ребят. Стоим, качаем себе вет. Ага. Две, блядь! Вдруг они граундом не умеют. Не, вдруг не умеют. Качаем вет себе. Не. У, сука! Так, ладно, пошли вниз на центрика, пошли качать вет. Пошли тогда на центр качать вет. Доступны командирские способности. Так, Т3 я вот где-то вот тут тихонечко поставлю. Шашку уже заказали. Так, качаем здесь вет. Вот же гад. Да дай вет покачать. Ладно, все, не отступили, назад на мост. Я готов, поехали. Че там? М5. Справа все там, все отобрали справа. Да, ага. Так, поехали сюда. А ну чуть-чуть поглядеть. Так, в принципе все. А в принципе видно туда пушек. Пушки далеко, заезжаем. Надо миноискатель с собой таскать, на всякий случай. Кстати, тоже.
Все, качаем ветку. Ой, подвели, подвели, сука, подвели. Подвели пушечку. Эту парилочку убрать с карты. Ага. Так, ну пушка в мою сторону смотрит. Зараза. Ой, поехал я вниз пока. Там штрафники чилят. Поеду на штрафарей. Вторую лопату, кстати, да-да-да, быстрее ремонтировать. Следуем в эту точку, мост. Меняем дислокацию. Дыхание, жми. Погнали. Уск. Следуй на ту позицию. Ага, вот сюда мне. Так, ну не знаю, дальше нет, дальше я не поеду. Да, так ветеранство я буду долго качать, конечно, да, да, да. Те сидят наверху, блядь. Дрочат, сука. Пушками оборудовали, сюда лезть, ну, как бы нежелательно. Да, пятый идет. Ага, а вон, на мост, они на мост решили сходить. А ну-ка, давай-ка. Сейчас их там будем встречать. Собирается на мост идти. Так, 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 ну пусть идут. Сейчас, 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 сейчас. Зенитка пусть их встречает. Или мины пока кладет, наверное, мину кладет. Сапер там у моста мину кладет, наверное. А ну-ка пошли. Не, стоят, чилят. А? И вышел Азе. Ну и да, и все. Ни о чем. Пушку привели. Ну что, на следующую сразу идти, не тянуть время, сейчас повыходят. А бобусы, блядь. Крамвеляка. Да, крамвеляка. Тут еще можно покачаться. Ладно, на ремонт. Две пушки подготовлю. Следуй на ту позицию. Стоп,
Ой! Блять! Не надо! У, сука! Ну, сука! Жгады! Так, а ну разбейте бочки! Так, ну до тигра еще далеко, давай, Вурф. Да-да. Реально далеко еще до тигра. Очков нету ни хрена. Так, может я пехотой забегу, а сзади из ДКФЗ, типа, позади где-то. Ну реально, ну реально. Пошли качаться. Пошли качаться. Получи. Усука. Усука. Да, так я буду долго, блядь, качаться. Почти две звезды только. Штука, 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 штуку я жду. Он пушку опять подобрал. И сидит там, гад. Да, дык, о, идет. Идет, идет поглядеть. Ага. Уск. Пошел отсюда. Может, авиацию собьет? На центре вся движуха, а я уперся в этого британца. Может, я на центр пойду? Да и все. Ну реально, ну реально. Ну че я тут сижу? С другой стороны, я тут же ремонтный себе по месту поставил. Ладно, поехал, да, ну, поехал. Там активный совет есть. А я сижу тут с британцем, что-то долблю его без толку. Он там пушками, пушками засел, и смысл. Так, я вот пока вурф. А британцы буду параллельно вурфиком поливать. Вот тут я, ага, вот тут я тоже подвою и чуть-чуть. И британец пошел. Ну да, да, да. Скучно ему стало. А, с танками пошел. Ты ж гад. Так, ну вурфик заказывается. Самоходная реактивная артиллерия.
Ага. Ну сейчас вурфиком я тебя помутузю. Сейчас разведочку я гляну. Где у тебя пушки? Оп. Ага. Так, а ну поехали. Поехали, заходим. Доступны командирские способности. Это мы вот так. И сила граунда. Ага, чтоб не выебывался. Нет, нет. Ладно, отступили. Артой, не тут артой. Отработали, отступил. Так, мину надо постелить новую. Две звезды пока. Ну сейчас тигр уже вот-вот. Вот-вот, тигр. Так, и он идет, идет он. Fire. Блять, ну да, крутилочки, дрочилочки, да. Доступны командирские способности. Тигр! Минус собой деактивировал. Едет тигр. Ну как едет? Ну сейчас он там, блядь, соберет чехлы. Это вам на всякий случай. Да! Да! О! Тигр! Сука! Не надо! Не надо! А я проскочу. Пупкин, ну конечно. Конечно, Пупкин нихуя не будет. Будет стоять просто. Ладно, фонарь оставлю вам. Ага. Так, тигр уже отремонтировался, надо ехать. Надо ехать за ветеранством. Надо кубель к ним завести, там аккуратненько поселить его. Пусть у них кубель там живет на территории. Так, зенитка тоже поехала. Поехали. Так, здесь мина. Приготовиться.
Да. Так, пушки все ломаем. А Кубеля тут поселю. Пусть живет. Так, подрихтуюсь. Едет чайка, едет, едет чайка. Ага, получай. Так, рихтуемся. Вот Кубель пусть тут где-то живет все тихонечко. Подсвечивает мне. Будет хорошо. Так, еще может ниже. Вот так, да, вот, да. Ну, в принципе, пока вот так пусть стоит. Так, где. Поехал. Я тихонечко вот тут стану. Понял. Блин, ну зенитка тяжело уже. Надо тигр только, наверное, отправлять. Но две звезды тоже ж хотелось бы качнуть. Тут еще мина надо помнить. На мине на этой. Бля, Кубель нашли. Кубелечек. Не, Куба себе поехал, если вы не против. Да-да-да, я тогда уберу. Если он, ну, раздражает вас, Кубель, я уберу, пожалуй. Блять, на мине стою, сука. Качаемся. Качаемся. Качаем. Блин, зенитку бы тоже как-то в работу запускать. Сука. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Вот, а, блядь, ну езжай, сука. Ну почему, блядь? Ну я же нажал задний ход. Ой, и так еле-еле, блядь, одно, сука, душа в теле, там звезду тут сраную качнула, блядь. Полчаса одну сраную звезду, блядь, качаю. Ёбаный рот, блядь. И оно не отъехало, просто встал. Ну потому что там уже выходят. Ну короче, ну да, ну ты так без игрока уже второй пошел. Все, тут я, наверное, вряд ли бы успел. Next. Так, Куба вагом. Да давай уже Фузиков сразу. Так, Фузиков, да. Там, я думаю, может, Польки захватят внизу. Я на БПшку Кубелем заеду. Кузики, не захват. Ну ладно, Кубелем я заеду. Просто мы не свяжем сейчас топливо. Ладно, я тут позахватываю.
хорошо лопатами перестреливать. Так, Фольки. Я не успел захватить чутка. Ждем приказа. Я готов, поехали. Пробую пока в дом. Так, ладно, он берет, я поехал тогда. Ага. Фолька сюда. И медицину готовим. Понял. Назад. Назад. Подавление прожал, Максим. Так, медицину ставим. И подавил. Напарник полевую хочет. Ладно, надо уходить. Надо уходить лопатой. Будет Максим переставлять? Не? Там у них второй есть. Ага, Куба, подключайся. Пулеметов много, конечно. Многовато пулеметов. Так, не накидывают. Назад. Пока медицину, апгрейдик. Ну и надо уходить, на самом деле. Парень доктрину контроля играет. Да. Видите, глазик у него тут глазик, сука, светится. Ты знаешь, он поглядывает за противником. Так, ну зенитка походу не скоро, сверху тоже топливо особо не взяли. Пока Фольков. Надо попытаться сверху флангануть, через мост пройти. Так, гиверочки. Ой, сука. И пушку уже даже сделали. Так, сейчас я сначала на деревянный зайду, гляну, что там. Понятно. Здесь сидят. Так, здесь, наверное, не пройдем. Не знаю, ну попробуй еще. Как-то заскочить. Да что ж такое, бля. Так, пока фузелеров. Пушка. Ага. Так, пробуем. Сука. Блять, тут того подавило, этого не подавило. Ну да. Нет, тут толпа идет, надо уходить. Да, не подводятся. Зенитку сейчас буду делать. Блять, такую глупость сейчас. Ну такую глупость я сделал. Ну да.
Проскочил вроде. Ну сейчас такую, блядь, да. Еще думал, как бы не залочиться. Так, ну гаубицы есть у напарника. Будет сейчас как-то, я думаю, выкуривать он. Пушку туда тянут. Ага, на мост. Зенитка. Тут мина, скорее всего. Саперы ошивались там. Вооружаем пехоту. Гварда, бляха. Назад. Мины, кстати, не было. Ну так, если что. Так, вооружаем пехоту. Кубилем проеду. Вот здесь минка бы. Понял. Так, кубилем пока я на точечку залечу. Попробуем ее взять. Миномет построю. А, отмена, точка, отмена. Сапер идет. Не залечу. Так, зенитка. Что, Пен? Так, у них два гвардейца. Уходим. Так, Куба здесь. Надо вторую лопату быстрее ремонтироваться. Ветеранство есть. Так, ну, ветеранство дали. Кубу ставим на подсвет, значит. Вот здесь нишу, все. Так, поехал Зеню. Дом сядет, наверное. Командос. А ну поехали на командос. Пушку перетянули они. Так, ну дом, блять, опасно, конечно. Мины кладет. Так, задымимся. Подтверждаю. Ага. Мину снял, хорошо. Чуть-чуть ближе в зенитку. Ну не сильно, ну не сильно что. Так, Т3 надо готовить. Так, ну вроде возьмем сейчас. Нитку перетаскивая. А может и не возьмем. Так больно бьют. Это потеря. Не, зашел за угол.
пушку ведут. Одна на ремонт. Так, зенитку. Зенитку здесь поставлю. Пока сбиваю их авиацию. Это отметка, да? Что, да, наверное, отметка. Или нет? Непонятно. Так, давай здесь мины на всякий случай сейчас постелю. Пусть будут. На фонарь оставлю и свалю. О, сука. Назад. Так, апаем это, да, апаем штаб. А фонарь дали? Да, фонарь дали. Он хочет кубель, что ли? Он туда прицеливался. Так, ну не заходят. Дело в том, что да-да, вовнутрь заходят. На сидос. Так, пока две пушки готовим. Блять, повезло сейчас. Повезло. Вот реально, ну реально повезло. Я хотел там мину положить. Ладно, мину уже положим. Так, вторую пушку. Здесь собираемся, сейчас залечу на дом, на пулеметчика. По нашим данным, у противника сейчас 300 очков. Очков у них мало. Надо им, блядь, звезду отдать. Да, вперед. Ага. Ага. Простите. Бля, зенитка, ты не видишь, ну серьезно. Не, ПТРС такой мне не интересно, конечно. И через мостик сбежали. Да, да, да. Так, пошли Пупхинами поломаем тут. Этот Максим. Пушку ведут. Пушку ведут назад. Подбирает. А, пушка. Ага. Понял, понял. Я тебя понял. Так, не зенитку надо качать. Качаем дальше зенитку. Пятый, 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 пятый. Так, ладно, брось его нахуй. Не, зенитку надо качать. Противник
Блять, ну звезд у них нету. Ну как играть? Как челлендж выполнять? Дайте им звезду там. Я буду зенитку качать. Мне надо, ну, зенитку качать. Так, пора мне ослабиться, ну, потому что у них мало очень очков. Пусть забирают этот весь фланг. Я пошел отсюда. Я пошел отсюда, надо ослабляться, иначе бой сейчас закончится. Я по челленджу снова нихера не сделаю. Ну вот нихера не сделаю по челленджу. Зениточку мы параллельно будем подкачивать. Ой, это кто, блядь, приехал? Да что, ждем ты игра, что ли? Получается. Так, тут нейтрали, надо, чтобы они снизу забрали. Трасик. Минирует. Так, 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 так. Ага. Я помогу. Да, чуть-чуть. Так, а ну-ка вниз. Звезду вроде они берут. Можно вернуться сюда. Ой, отмена. Так, вот так, так. Через центр заедем по этой дороге. Пушку я бы минусанул, блядь. С радостью бы, а? Ага. Ладно, мне, наверное, это все... Ну, как бы мне атаковать, наверное, я не знаю. Ну, пятый, да-да. Пятый я еще прогоню. Может быть, поймаю... Так, ну давай гвардейцев, поймаю этот. А, ну там пушки, все, там пушки. Фонарь оставляю. Видимо, уходим. Я пошел себе по своим делам. Да за что? Ай! За что? Ага. Качаем, качаем, зениточку качаем. Зенитку качаем. Ой, рискуешь, братан, ты рискуешь, конечно, наверное. Пушку вроде задел, не? Не, пушку на меня ведут. Сейчас они тут выйдут, да, 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 да. Но я не дотягиваюсь. Ну,
Напильник, держись, не челлендж надо выполнять, терпи. Блядскую зенитку надо качать. Так, а где тут гвардеец? Ну стоит, стоит гвардеец. Хорош! Хорош, Катюшей. Въебали. Надо кубель убирать, наверное, пока дым стоит. Так, по-моему, я слишком ослабился. Бля, если зенитку вынесет, будет плохо очень. Я ж тигр тогда не смогу вызвать. А, я лопат еще потерял. Да, на БП залезли. Тигр вот-вот уже. Вперед. Милички много, я думаю, можно даже Т2 поставить. Так, сидят они здесь. Пушку, пушку, фокусим. А, у него две аж. И даже мины все проскочил. Ты ля какой. Ой. Ой. Ой, не надо. Да ебать же залетает. Тигр. Так, ну зенитки уже опасно. Может, я ставлю чисто авиацию сбивать, не? Давай пока еще пушку, наверное. Не, не буду вух ждать. Буду вурфраму ждать. Я вот не знаю, что мне с зениткой дальше. Я могу ее слить уже такой табой, а когда техников у противника и пушек много. Я вот, наверное, оставлю ее чисто авиацию сбивать. Три звезды смог выкачать. Дальше работаем тигром. Яга. Так, Куба. Юзенбаги. На, сука. Получать его. Ага. На, сука. И видишь, ну да, 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 да. Так, я пока топливо. Да сколько можно прекращать? Блядь, там сухарь есть. Там есть сухарь, ладно, я возьму пока пулемет. И две пушки приготовили. Пулемет возьму, возьму гаубицу. Это пока вот так. Пулемет не берется, гаубица тоже. Ну потому что. Гаубицу здесь запрячь.
Гаубица, ладно, минус, да, да, да. Хорош. А где у меня Пупкин? А, здесь еще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уезжаем, 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 уезжаем. Так, ремонт открываю. Еще и бомбовый. Яхи хотели бомбовым сожрать. Страшно. Так, поехали под ремонт. Я кулемет, наверное, не знаю. Нет, кулемет себе. Так, в Уфу. Ряд. Пулеметик здесь оставили. Поехали. Может, я через мост пройду? Так, надо гаубицу вернуть. Дымы хочу кидать. Пупкин выпал. А потому что. Блять, отряд зевнул где-то. Вроде на гаубицу отправлял взять. И не взяли. Так, они разбежались пока. Пока что. Пулеметы, два пулемета в рядочек. Вот так. А куда ты? Плюх, плюх, плюх. У, сука. Ага. Хорошо, напирничек дал. Ой, 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 на ремонт, на ремонтик пошли. Так, Пупкин, наверное, заберу. Сейчас еще в Уфу дам. Гаубицу я все-таки возьму, хотя по лимит, не, уже лимит, все, уже лимит, уже лимит. Пупкин пусть будет. Так, фонарь. И ушли. И пока что ушли. Пупкин в опасности, ушел. Поехали. Нихуя себе наглость. За такое надо заплатить. Да куда, ребят, ну у меня кач, блядь. Куда вы сдаетесь, алло? У меня кач идет.
Фу, сука. Так, кач идет. Не сдаемся, играем. Я только звезду одну дал, и все. Всего одна звезд... Ой-ой-ой. Всего звездочка. Гаубица бьет. Так, две звезды всего, две. Работаем, работаем. Авиацию, кстати, чаще юзайте. Мне зенитку еще надо качать. Вы не юзайте ни хера, зенитка не качается. Опа. Так, ладно, на ремонт отъеду. Напирник ЭТ сделал. Пока две. Но зенитка почти четвертую еще дала. Почти. Ну не почти, там половина до четвертой. То есть на тигре мне надо, блять. На тигре мне надо, короче, это 5 звезд желательно. А тут пока две только. Так, я вот здесь запрячу Пупкин, если они не против. Все, поехали качаться. Блять, ну я подставил. Ну я не виноват. Виноват. Ну реально подставил. О, сука. О, сука. Тоннель. Ага. Сдаются, бляха. О, сейчас стан может дать неприятный. Вообще авиацию заюзали. Сдается, видимо, совет, что Гварда у него не игра. Не играть еще. Боритесь, боритесь, я звезды качаю. Боритесь. Боритесь. Эх. Ну, суммарно 5 звезд получилось. Да. Спасибо за сегодняшний донат и благодарочка Бундесвехер. Спасибо Рэнди и Сергею Зарукину. Давайте, до связи, увидимся.